Главный тренер команды «Протон» Юрий Марычев. Юрий Николаевич, ваши эмоции после такого тяжелого матча? Ну, я бы хотел поблагодарить зрителей, которые нас до конца поддерживали, верили в нашу победу. Но, к сожалению, да, немножко не хватило. Да, были у нас шансы, не использовали их. С этой командой, конечно, нельзя эти шансы было упускать. Тем не менее, я своих игроков хочу поблагодарить за прекрасный сезон, за самоотдачу, за хорошую игру. И многие игроки у нас покидают наш клуб, к сожалению. Хотелось бы им пожелать удачи в следующем сезоне. Также хочу сказать, что будем готовиться к следующему сезону, будем брать реванш у этих команд. Надо, конечно, уже... Мы всегда рядом с этими командами, нам немножко не хватает, да. Может быть, не хватает какой-то стабильности. Но, к сожалению, из-за того, что у нас состав каждый год меняется, наверное, вот этой стабильности нам не хватает. Ну, Николаевич, а почему покидают команду? Все делают только в финансовых вопросах. Мы не можем состязаться, у нас карман чуть потоньше, чем в других командах. Поэтому игроки играют здесь, показывают хорошую игру и приглашают их на более высокие контракты. Мы только можем пожелать им дальнейших успехов. Поэтому, к сожалению, у нас так. Спасибо. Следующий сезон, опять новая команда. Приходите болеть за нас. Мы будем стараться играть для вас. Девчонки очень хорошо тренировались в этом сезоне. Я считаю, что они показывали для себя и для команды достойный волейбол, который был интересен и зрителям. Поэтому будем двигаться вперед, как бы тяжело ни было. Спасибо большое.